всех, кому интересен мир творчества. Сегодня в программе. Солистка областной филармонии снялась в клипе вместе с дальневосточными коллегами. Амурские учреждения культуры поддержали важное историческое событие – 10 лет со дня возвращения Крыма. В областном музее работают несколько выставок в рамках Года семьи. Расскажем о двух. И завершим выпуск мастер-классом по пэтчворку – лоскутному шитью. А теперь подробнее. Солистка областной филармонии приняла участие в съемках клипа на известную песню «Надежда». Марина Горбачева исполнила хит вместе с другими талантливыми вокалистами Дальнего Востока. Видео презентовали на форуме «Разговоры о важном для взрослых. Женский взгляд во Владивостоке». Здесь у нас туманы и дожди. Слабые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. Песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Надежда», написанную более полувека назад, перепели солисты из дальневосточных субъектов. Одними из первых оценили ролик участницы форума «Разговоры о важном для взрослых. Женский взгляд», который собрал свыше 450 делегатов. Сопроводительные кадры также снимали в нашем регионе. На видео пейзажи, достопримечательности, виды дальневосточных сел и городов. Амурские учреждения культуры не обошли вниманием важное историческое событие – 10 лет со дня возвращения в состав России Республики Крым. Так, в общественно-культурном центре прошел концерт с участием местных коллективов. В Большом зале УКЦ прошел концерт, посвященный знаковому событию. 18 марта 2014 года Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации. В этот день договор о принятии субъектов подписал президент Владимир Путин по итогам референдума, который состоялся 16 марта. Тогда за воссоединение с Россией высказались почти 100% жителей. Вокальных номеров в программу также вошли выступления танцоров, цирковых артистов и гимнасток. Кстати, вход на концерт был бесплатным. Желающих поддержать памятную дату оказалось много, в зале не было свободных мест. В объективе «Семья» выставку под таким названием сегодня можно увидеть в Амурском областном краеведческом музее. В экспозицию вошли яркие моменты жизни амурчан, которые запечатлели благовещенские фотографы. Авторами выставки стали 11 благовещенцев. Все они входят в Амурское фотографическое общество, которое поддержало просьбу областного музея о создании экспозиции. Ее приурочили к объявленному президентом Владимиром Путиным Году семьи. Всего выбрали 33 снимка. Есть работы, которые были сделаны на фотосессиях, но это единичные случаи. Большинство фотографий выполнены в полевых условиях, включая снимок конца 70-х годов прошлого века. Ее снял старейший член нашего общества Виктор Сергеевич Акименко в свою журналистскую бытность, когда работал журналистом на Амурском телевидении. И он сфотографировал семейную пару, которая всю жизнь жила в тайге. Они жили там вдвоем и занимались какими-то гидрологическими измерениями. Выставка «В объективе семья» находится в холле областного музея. Познакомиться с работами мастеров фотографического искусства желающие могут до 1 апреля. Тему семьи продолжает еще одна выставка, которую также можно увидеть в областном музее. Экспозиция «Семейный альбом Тихомировы» посвящена известной творческой семье, глава которой когда-то придумал уникальный стиль – оконопись.
Через архивные фотографии, охватывающие несколько десятилетий, гости выставки могут узнать об истории семьи народного художника России Александра Тихомирова. На выставке также представлены произведения всех членов творческой династии. Автопортрет Евгения Георгиевича, отца Александра Тихомирова, первый портрет жены знаменитого мастера оконописи, цветочные натюрморты, картины дочерей Елены, желтые саранки и Дарьи Ирисы. Можно увидеть фотоработы супруги художника, родные просторы и храм всех скорбящих в Благовещенск. Экспозиция будет работать до 7 апреля. Как вы думаете, что можно сделать из лоскутов, которые остаются после изготовления крупного изделия? Подсказка – массу красивых и полезных вещей. Одеяло, декоративные наволочки, прихватки, даже одежду. У этого вида рукоделия есть название – patchwork. Слово так и переводится с английского «работа с лоскутами». С ним нас сегодня познакомит мастер Благовещенского дома ремесел Анна Гайворонская. Анна, расскажите, с чего началось ваше увлечение и сколько ему уже лет? Ну, началось с того, что бабушка у меня была в то время, называли таких модистка. У нее обшивалось большое количество женщин. И мне доставались лоскутки. И как-то вот так вот они складывались. И первое свое большое лоскутное одеяло я сшила уже в 14 лет. Поэтому очень долго, даже считать не будем. Одно из самых главных правил – это умение держать припуск. То есть в лоскутном шитье есть такое... Даже специальные лапки сейчас на машинках есть, где этот припуск уже заложен. И прошить криво у тебя просто не получится. От того, насколько ты правильно держишь припуск, и зависит, сложится у тебя рисунок или нет. Потому что в пэтчворке главное, чтобы у тебя уголочки сходились вот прям идеально. Можно, конечно, резать просто ножницами. Но так как нам нужно добиться идеальной стыковки в углах, придумали ножи. Вот мы накроили, и теперь мы выкладываем, что мы предположительно хотим сшивать. Еще главный помощник, конечно, любой лоскутницы – это утюг. Многое зависит от того, куда мы загладим наши швы. Так как это изделие и так трехслойное, оно предпочтено, то есть учитывает то, что оно уже плотненькое, стараются швы либо разглаживать в разные стороны, либо заглаживать их в основном на темную сторону заглаживают. По идее, тут бы мы сейчас вот так отгладили, но если отгладить нечем, можно и пальчиком провести. Можно еще один сшить, чтобы оно было уже более-менее понятно. Может, мне попробовать? Пожалуйста. А теперь у нас начинается вся магия. Вот все веселье начинается теперь. Вот мы получили. Теперь мы выкладываем, чтобы у нас вот эти вот кончики желательно шли по одной линии. Вот, вот и вот. Накладываем сюда линеечку и разрезаем. В итоге, то есть их должно быть 4, мы сшили, разрезали, сложили, опять сшили и получили вот это. Вот в этом и вся магия.
И это все, о чем мы успели рассказать за 10 минут. Следите за культурной жизнью Амурской области вместе с нами. До встречи в следующих выпусках.